защитите себя и других от вирусной инфекции. Регулярно мойте руки с мылом или обрабатывайте антисептиком. Воздерживайтесь от посещения мест большого скопления людей. Избегайте тесного контакта с людьми, у которых есть признаки респираторных заболеваний. Не прикасайтесь немытыми руками к лицу. При кашле прикрывайте нос и рот салфеткой или локтем. При появлении недомоганий обращайтесь к врачу. Если вы прибыли в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи коронавирусной инфекции, в течение 14 дней вы должны находиться в самоизоляции в домашних условиях. Укрепляйте иммунитет и будьте здоровы!